1361 году на процветающий Татартуб нападает некий народ под названием Луамрой-Керасты. Нападение на город совершается прямо по сценарию, описанному более 100 лет назад Гильомом Рубруком. Группа людей внезапно осаждает город и убивает крупного чиновника Мамакая. Не сумев удержать город, а может, это и не входило в их планы, они уходят за реку Кума, где нападают на канкалов, народ, родственный нагайцам, и на ароитев, предков современных калмыков. Осуществив этот военный поход, они возвращаются в ущелье. Но кто эти луамрой-керасты? И почему они попали в летописи именно под таким названием?